Достлар, біз девамы темыз мультфильмы сонуна етті. Ве шу жүмледен біз әлбетке сізіні студиямызда да бір кере селамлаймыз. Сабаш эфиріңіз қайырлы олсын. Ве яқшы әдетке көре. Шымды енді студиямызда мұсафыр болына, ама бұндан әвел айтмаға әлязындыр. Бүгін Қырым Федерал университетінің Қырым Татар Вешар филология факультетінде ілми конференция олып кечедек. Шу конференция чөрчевесінде бұрчок әмді яш, әмді асылында әлемлер өз іште ішлеріні тағдым әтедеклер. Әлбетеке шу конференцияға бұрчок мұсафырлер дәвет олынды. Шу мұсафырлерден барысы алазада бізім студиямызда отыра Алтайдан отешриф бұрды Қырымда ве шу конференция ақында асында ярмадамыз ақында ве бұ мұсафыр ақында. Шымды біз сізлер или лафер сетменге істейміз ве мұсафырымыз іле. Шының үшін бізім студиямызда мұсафыр ве біз оны тағдым етеміз. Ебеті достлар, әр бір мұсафыр келген, Қырымға келген мұсафырыны да қабыл өтмеге имкеніміз ек. Ама Аллаға чоқ шүкір бізге олардан бұрысы келді. Демек, педагогика ілімлерінің намзеті доцент Оксана Пустогачева. Селям алейкум, доброе утро. Здравствуйте. Изінір, қарындаштыр, туғаннар, татар кішілермен, база татар кіші, мен сізді құттықтап жатырмын. Добрый день, дорогие друзья, родственники. Я представляю тоже тюркоязычный народ. Нас называли раньше татарами. Я челканка. Расскажите нам об этом народе. Мы знаем, что такой не многочисленный народ. Недавно появилась письменность. Расскажите, пожалуйста, нам об этом народе. Челканцы – это тюркоязычный народ. Мы были испокон веков охотники, рыбаки. Из Южной Сибири, это Республика Алтай. Нас всего 1181 человек по последней переписи. Впервые мы в переписи попали в 2002 году, как отдельный этнос. До этого мы читали с северными алтайцами. У нас не было письменности. Письменность у нас появилась, когда мы составили букварь в 2014 году. С тех пор, вот всего лишь 3 года, мы официально имеем письменность. А составление букварей, мы знаем, что вы занимаетесь составлением словарей для тюркских народов на тюркских языках, да? Нет, не совсем. Здесь, наверное, пошире возьмем. Вообще, я представляю, я являюсь руководителем лексикографического проекта по изданию словарей на языках народов России. Это в основном так, как я сама представитель тюркского народа, поэтому все тюркские группы, начиная, скажем, алтайский, башкирский, татарский, кумыкский и другие народы, всегда читают меня своей, и они всегда поэтому в первую очередь они говорят, так как представитель тюркского народа должна внимание обращать на нас. Но... Знакомы ли с крымско-татарским языком? Когда впервые произошло знакомство? Я крымско-татарский язык давно знала и очень хорошо знаю историю. Знаю историю многострадального народа крымско-татарского, все, что произошедшее. И потом впервые вот так близко звучание я слышала, когда Лимара Сергеевна Селенделе в Москве, когда защищала докторскую. Это была очень большая, я думаю, победа для крымского народа, потому что впервые доктор наук филологически именно по языку появился у татарского, крымско-татарского народа. Это очень большая победа. Оксана Николаевна, мы знаем, вы впервые в Крыму. Расскажите, какие у вас впечатления, сколько дней вы уже в Крыму? Знаем, что даже у вас была возможность посетить крымско-татарский театр. Вы посетили постановку «Яша Ватан, Яша Милет». Расскажите, какие у вас впечатления? Я вчера утром прилетела и сразу, как говорят, с корабля на бал. Сперва я была на концерте у студентов. Такое было прекрасно, замечательно. Они дали концерт своим учителям. Настолько было мне интересно. И наш язык, вот где мы находимся, и где крымская татара, да, без переводчика я прекрасно все понимала. Какие они образованные, красивые, талантливые. Я даже пожелала, чтобы они, так как они занимаются сохранением своего родного языка, возможно, исследователи появятся крымско-татарского сопоставления с челканским языком. Ну а вечером просто Лимар Сергеевна мне подарили преподаватели такой праздник. Праздник, потому что замечательный был, удивительный концерт. Какие
певцы, певица, танцоры, оркестр. Это просто невозможно. Я до сих пор не могу переварить то, что я увидела. А долго ли еще планируете пробыть в Крыму? Нет, к сожалению. Послезавтра уже, ну, завтра и послезавтра уже обратно. Ну, то есть в эти дни у вас включена программа выступления, но на конференции? Да, я вот сегодня буду выступать именно по конференции, по нашему ученому, которому посвящена конференция. Это выдающийся тюрколог Дмитрий Михайлович Насилов, с которым мне посчастливилось поработать 27 лет в Москве-то. Он всегда был. Я научным руководителем и первым оппонентом, я вторым всегда выступала. Удивительный человек, что обычно современников не всегда оцениваешь. Действительно, это был очень талантливый, выдающийся тюрколог. Хотя он человек русского происхождения, так скажем, но он очень любил тюркские народы, и все языки старался сохранять. И то, что отрадно впервые вот памяти этого человека проводит конференцию именно в Крыму. Пока еще, даже в Москве еще не было. И нигде. А вот именно ваши ученые решили и так быстро. А этот человек ушел только в этом году, в июне. А сегодня, на сегодняшней конференции, помимо докладов на... докладов, правильно ли это будет назвать, на эту тему, что-то еще вы будете представлять? Я хотела, ну, вчера, так как перед студентами вступала, докладную я интересную тему привезла, так как наш язык абсолютно не исследован среди тюркских языков. У нас есть такие глаголы амоним-амографы, да, вот одинаково пишутся, но звучат по-разному. Допустим, ущеван, присел или не садился, да. У нас таких очень много. Вот это я хочу показать. И потом вчера попросили, я, наверное, там как бы про свой народ расскажу, про челканский народ. Нас очень мало, и я еще раз говорю, всего нас 1181. Владеет языком у нас всего, ну, около, наверное, 350, не больше. Ну, вот сейчас сохранением, конечно, и мы стараемся молодежь привлечь. В частности, мои дети всегда выступают спонсорами. Стараемся, как бы, если язык сохраняется, народ сохраняется. Если народ не сохраняется, если языка нет и народа нет. Народ может потерять все, но если... и может вернуть все. Но если потерять свой язык, как народ, он исчезает. А, мы знаем, на Республике Алтай два государственных языка, да. Русский и алтайский. Да. А каково отношение вот таким малочисленным народам к их языкам? У нас статус малочисленных, получается статус коренных малочисленных народов России. Поэтому мы защищены законом. И поэтому наши языки защищены, мы должны сохранять, развивать. Вот, в частности, 20-21 будет первый съезд учителей родных языков Севера, Сибири, Дальнего Востока, в Петербурге будет. И есть такие официальные правительственные программы, которые по сохранению именно коренных малочисленных языков, как на региональном уровне, так и на федеральном. Но в связи с этим, вот я хотела бы, я вчера была очень удивлена, по сравнению с алтайским языком, это численность 60 тысяч человек до алтайцев. Они имеют статус республиканский, государственный язык Республики Алтай. А крымско-татарский язык, оказывается, не имеет никакого статуса. Нет, в Республике Крым крымско-татарский тоже одним государственным, да. Наряду с русским и украинским языком. А, мне показалось, но что... при численности 300 тысяч человек... Нельзя не скрывать тот факт, что знание языка не на 100%. Да. Вот. Может быть, проблема только в этом. То есть, как вы считаете, все-таки, если сравнивать Алтай, 60 тысяч человек, которые изучают алтайский язык, да, носители языка, а в Крыму 300 тысяч человек, а есть ли большая разница? Насколько важно вообще функционирование крымско-татарского языка на территории Крыма, по вашему мнению? Мне кажется, что если это государственный язык, если тем более статус имеет республики, это должен наряду со всем русским языком звучать везде.
И в этом отношении будет сохранность высокая, и потом самосознание жителей всего вашего острова, так скажем, да, вот Крыма, должны также относиться, как и к государственному языку русскому. Вы же не претендуете, допустим, на роль русского языка, что там затмите. Это они должны наряду параллельнить, это как два крыла, что родной и русский. Поэтому здесь чем больше будет отношение, уважительное отношение, то, что не обязательно, как скажем, не только вот крымчане, ну, носители крымского языка, но и другие народы должны уважительно относиться и знать крымско-татарский язык, хотя бы что, ну, я не говорю о литературной речи, а просто о бытовом, то, что там можно, о чем идет речь, поговорить. И если человек не знает свою культуру, конечно, чужую культуру никогда не поймет. Здесь обязательно должен быть диалог культур крымского, русского народов и других. Это очень много зависит от языка, от отношений, от самосознания. Тем более это как подадим молодежи, так и будет. Всегда же из-за непонимания, незнания, агрессия. Оксана Николаевна, насколько вот в тюркском мире ученые знают о крымско-татарском языке? Звучит ли он на больших конференциях в Крыму и за его пределами, по-вашему? Ну, крымско-татарский язык в тюркском узком кругу, научном сообществе хорошо знает. Но чтобы вот так большую силу... Нет, вот я два раза прекрасно слышала выступление, только вот когда Лимара Сергеевна вот на защите, когда она крымско-татарский вот отдельно показывала, и очень сложную тему, когда она взяла, выступала, что за, все слышались, и такие академики, все тогда, многие и приехали, и столичные слушали, и, так скажем, заграничные. А потом второй раз она выступала тоже крымско-татарским языком, я не помню, какая была конференция, тоже вот человек, который за пределами продвигает. И поэтому своему народу, наверное, знать, что у вас есть такой человек замечательный, что поддерживать, как бы сказать. Иногда бывает, что рядом живут и не знают, но большое видится на расстоянии. Может, и даже не знать, что у вас есть такой большой ученый. Лимара Сергеевна, мы конечно же, хорошо знаем, любим и уважаем. Она является нашим... Она единственный у вас доктор, профессор. Да, она является нашим педагогом и частым гостем нашей студии, между прочим. Да. А насчет восстановления все-таки языка, да, и вот этой темы, то, что популяризация языка среди молодежи. Как она у вас проходит? И все-таки, может, проведем какие-то параллели с нашим народом? Получится ли это у нас? Как вы, вот, если вы недавно получили письменность, как вы продолжаете вот это восстановление, то есть прививание распространение любви к языку среди молодежи? Молодежи? Да. Здесь очень хорошую помощь мне оказывают мои, так сказать, у меня трое детей, они все взрослые, хотя они не филологи, но самосознание, наверное, так мы вбили, что они челканцы, что если не они, то кто? И поэтому, вот когда впервые, вот с 13-го года, когда мы готовили книги, сборник, вот мы издали челканских песен русско, обычно двуязычные. Потом моя учительница написала впервые пьесу на челканском языке. Это мы тоже на алтайский язык, так как государственный, не только чтобы челканцы читали, и алтайцы. Алтайско-челканское на русском языках мы издали, что это очень... И стараемся, и потом сказку. Сейчас подготовили очень большую книгу, там очень много молодежи, челканцы, духовные и материальные культуры челканского народа. Туда вошел фольклор. У нас есть героические эпосы. Наверное, вашему народу тоже есть такие очень, которые поют или долго, ну, несколько дней обычно это сказывалось. Сказки, загадки, песни, пословицы, поговорки. Это все это скороговорки.
на чалканском языке. Это мы все собрали. И сейчас собираемся издавать. Угу. Вот я буквально отсюда приеду и через 3 дня полечу на Алтай. Там у нас будет презентация опять. У нас там презентация книги, посвященной нашему первому фольклористу, ну, первый, вот, который написала Анна Макаровна Кандаракова. У нас есть такой замечательный человек. И вот с тем, что мы вот эту книгу «Чалканцы» мы отодвинули, а взяли книгу, посвященную нашему удивительному человеку, гордость чалканского народа, мы книгу назвали Анна Макаровна Кандаракова. И здесь принимает участие у нас молодежь, в общем, так скажем, от 15 до 80 лет возраст, люди, которые себе написали, кто что. И первое было условие написать на чалканском, потом на русском. Это раз. А потом мы все, какие бывают мероприятия, какие-то конкурсы, мы стараемся участвовать. И в частности, в этом году мы «Голос Севера» и 746 поданных произведений, чалканский язык вошел в 8-ку. Мы стали 8-е место заняли. Угу. Да, в финал вышли. Написали на чалканском языке рассказы. Угу. Параллель. Я собирался провести параллель между крымско-татарским. Ну, со своей стороны можем заявить, что на самом деле в крымско-татарском языке, вот до этого у нас прозвучало, что крымско-татарский язык недостаточно изучается или недостаточно знают его люди. А все-таки очень много такого культурного наследия. Это и романы, и пьесы. Все это у нас, конечно же, есть. И я бы, наверное, смело мог заявить, что 50% населения крымских татар знают крымско-татарский язык, но на разговорном уровне. То есть недостаточно, например, чтобы писать книги, возможно, а все-таки более разговорный стиль у нас как-то распространен, можно так сказать. Параллель такая, что на разговорном уровне мы знаем, на письменном чуть-чуть слабы. Надо все-таки вам повезло то, что у вас есть литературный язык прекрасный. Это надо все-таки распространить среди молодежи. Надо, знаете, чтобы как-то, я не знаю, заинтересовать или вот какой-то, допустим, первый конкурс даете, именно на крымско-татарском языке рассказ написать, какую-то повесть, драму, стихи. И понимаете, вот надо все-таки заинтересовать, чем больше молодежь будет включаться, писать, тем больше у вас язык будет развиваться. И интерес появится, кто-то из вас получится следующий какой-то поэт или писатель крымско-татарского народа. Продолжатели же нужны. Да. Без этого никак. Я думаю, мы будем развиваться в этом направлении. Конечно же, наш телеканал неоднократно организовывал конкурсы, именно которые поддерживают молодых писателей, рассказы к нам присылались. Мы благодарим вас за то, что пришли к нам в студию, рассказали о вашем народе. И, как вы сказали в начале нашей беседы, мы братья, мы друзья, большой тюркский мир, должны поддерживать друг друга. И хорошо, что у нас есть такая возможность посещать друг друга. Пусть это будет повод конференции, а возможно и без повода, просто в гости. Мы всегда рады вас видеть и, конечно же, в нашей студии. Что бы вы хотели пожелать телезрителям телеканала «Минлет», всем крымчанам, крымским татарам? У вас сейчас есть такая возможность. В первую очередь, конечно, я благодарю организаторов, что пригласили. Ну и на своем языке сказать. Конечно. Нян, алтыш, пьян, ажуларам, тяус пулзын, кейжелерин, таис пулзын, тяхши деттар. Но если сказать на этот период, у нас очень много слов благопожеланий для всего крымско-татарского. Я очень всегда сожалела, вчера даже песню, когда слышала о трагедии крымского народа. Хочется, конечно, плакать, что такой многострадальный народ все-таки выдержали. Такой народ никогда не исчезнет, не погибнет. Дальше пойдет, если такая... Вчера я посмотрела, такая молодежь, прекрасная молодежь, образованная, грамотная, умная, красивая есть. И в своих пожеланиях я сказала, пусть какие высокие горы будете одолевать, пусть будет спуск ваш, перевал, удобным, пологим, хоть какие моря, океаны будете переходить, переплывать, пусть ваш брод будет всегда мелким, таким
тетаис, вот это слово у вас тоже это есть, белки, чтобы можно было перейти, переплыть. Удачи вам. Спасибо большое. Всех салуна за такие пожелания. И будем рады вас видеть в гостях у нас еще раз. Всех салуна. Всех салуна. Пьян. Урметли ватандашлар, бізім яйнымыз өсе девамы тен, евбетеке қысымызға қошыламыз, ве сейретеміз.